Калининграде в торговом центре «Плаза» открылся новый магазин – театр подарков. Первое впечатление, что ты оказался в сказочной стране. Здесь тебе и миниатюрная фарфоровая посуда для детских чаепитий, и необыкновенные мягкие игрушки с ароматом шоколада, и фарфоровые подсвечники в форме бабочек и цветов, и выстаренные предметы интерьера, гармонично существующие с бокалами в стиле арт-нуво. А это керамический шоколад и печенье марки «Матильда». Есть нельзя, зато можно задекорировать дом и наполнить его незабываемыми ароматами Франции. Моя любимая коллекция – это коллекция фарфоровых статуэток «Зампива». Данные статуэтки, они уникальны. Они делаются полностью вручную. У них запатентована на весь мир технология эксклюзивная – производство волос из фарфора. Каждая коллекция, она индивидуальная. Каждая статуэтка имеет свой паспорт, имеет свою подпись мастера. Пообщавшись с гостеприимной хозяйкой, понимаешь, что представленные предметы уникальны сами по себе. Здесь можно не только подобрать эксклюзивный подарок на любой вкус и цену, но и подарить себе и своим близким возможность стать настоящим коллекционером. Приобрести все эти вещи в Калининграде можно только в магазине торговой марки «Театр подарков».